гость моего канала. Сегодня я хочу познакомить вас со своими новыми питомцами. Это улитки Амбулярии. Их завезли из Южной Америки. Обычно они обитают в прудах, болотах, реках. Очень неприхотливые. Жить могут в воде любого качества. Самыми популярными являются такие, как у меня, желтого цвета. Они альбиносы. Когда они пугаются, они прячутся в ракушку и закрываются крышечкой. Эти моллюски – амфибии. Икру откладывают на суше. Всеядны, очень мирны. Мне кажется, что для аквариума полезны, так как хорошо чистят стенки аквариума и подъедают остатки корма рыб. Слуха, поэтому что-то пытаться объяснить им бесполезно, разве что жестами. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!